внимание, минуточку внимания. А, я хочу поздравить с таким грандиозным делом, которое продолжается уже такой, что не первый, а уже четвертый. Чтобы он рос и развивался. Ну и что композитор обычно делает? Пишет музыку. Вот да. Вот я фестивалю в дар хочу преподнести совсем новое, романтическое, исключительно романтическое сочинение, которое так и называется, романтическое послание, а не посвящение, Роберту Шуману. А, ну, все, не будем говорить, как относятся. Ну и, конечно, что? Виолончели, рояль. Так, ну просто переведи народу. Да. 今回の音楽祭を祝福して大成功を収めたということで、 彼女の最新作である曲、 それもピアノとチェロのための ロマンチックな一曲を贈り物として捧げたいと思います。ロベルト・シューマンに捧げた曲を。チェロとピアノのための曲。 И поскольку я, как ни странно, до сих пор неисправимый романтик. Давай, говори. まだ今でもこの御年になっても非常にロマンチスト。 В чем не раскаиваюсь никак. Дензен кокаева штемасенга. Я хочу, чтобы это когда-нибудь зазвучало. Вот в исполнении наших прекрасных музыкантов. Спасибо. Потому что им посвящается непосредственно. Спасибо. Да, да. Надо подписать обязательно. Так, сначала надо выпить за это дело. Сначала билеты взять. С посвящением обязательно. Двум прекрасным музыкантам. Да, да. Потому что фестиваль понятие такое. Давай, обширное. Оно-то конкретное. Обычно, ну, конечно. Музыкантов. Может, вас засняли? На твой. Вот. Ну, засними. Обычно рождается энтузиазм. Я так считаю. И живет. Уже не так мало. Да. Там, Илюш, переведешь? У меня со всех сторон. Рождается фестиваль только благодаря усилиям и энтузиазму. Вот того, кто начинает, энтузиаст. Вот энтузиаст, просветитель, семья. Глубоко. Да, уже тоже неисправимые романтики. Потому что в наше время... Наше время. Быть романтиком очень трудно. Переведи, пожалуйста. Пиши конкретно, не фестиваль, а конкретным. Лео и Юлия, но его не... Несчастный. Опа, это джаз-рок. И чтобы... Они тоже вошли, они неисправимые романтики, тоже. Я вот это чувствую, я ощущаю это, что это... Не, да. Вот уже... Все, так. Ну так что, все, берем ноты? Все берем, да, все, как говорится, поднимаете? Да. Сначала берем бокал. Я вручаю. Да. Потом я вручаю. Спасибо. Спасибо большое. Представим, что мы чокаемся замечательными бокалами. Да! Шампанским или вином, но звучащим бокалом. Сейчас же на бокалах играют. Сейчас же все бокалы, да. А мы на бокалах. Все, да. Бокалами фукала. Спасибо. За здравие всем. Спасибо большое. И самое главное, фестиваля и руководителей фестиваля. Вот они так должны остаться. Уже пятый фестиваль будет какой? Да. Уже будет в следующем году. Юбилейный. Сейчас юбилей. Так, выпили. Дальней воды. Кас, бери. Матрос, сейчас подогрей. Вкусный. Исполняйте. Спасибо. Гениально. Супер.